Хорошо оказаться на исходе золотой осени у озера. После пешей прогулки от центра Славянска здесь так красиво и спокойно. Перед нами озеро Вейсово, одна из жемчужин славянского курорта. Замираем в немом удовольствии. Посмотрим с высоты на чудесный подарок природы Славянскому краю. В отражении воды белые отблески природы. Это утонули в воде облака. А еще в озерную гладь смотрит небесная синева. Кажется, что от этой синевы веет морозом. Вглядываясь в красоту золотой осени, мы пытаемся понять, чего здесь не хватает. Может быть, стайки птиц или солнечного тепла. Слышится плеск воды. Мы знаем, что каждый осенний день неповторим. Возможно, к утру на озеро опустится холод и упадет дождь. Но это завтра. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, мы расскажем вам еще много интересного.